Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в игру «Вперед на зомби-войну». Один из моих подписчиков написал мне, что у нас открылся новый режим, и действительно так и есть. Давайте посмотрим, что это такое у нас. Так. И... поехали. Так, что у нас здесь? Ага, ребята, смотрите, они сами здесь ходят. Моя главная задача была только лишь расставить войска. Угу. Один. Так, ну что, вроде бы пока неплохо. У нас две победы. И что нам, интересно, дает это все? Сейчас мы с вами посмотрим. Вау, вау, вау. Тихо. Ну смотрите, ребята, вот тут вторые и четвертые уровни, а у меня, извините меня, 13-й. По-моему, у них шансов здесь нет вообще никаких. Так, победите 9 игроков для мгновенного перехода в следующую лигу. Вот он даже как. Хорошо, попробуем. Вау. Так, уже, ребята, уже посерьезнее пошли. 9 уровень. Так, у меня уже 5 побед. Так, здесь опять какие-то слабенькие. Да ну, вообще, просто разбираю на ура. Ни малейшего шанса на победу у них. Тут вообще один. Еще и нулевого уровня. Готов, охламон. Слушайте, ребят, я, наверное, скорее всего, так быстренько и перейду на следующую-то лигу. Так. Слушайте, мне этот режим вполне-вполне нравится. Даже очень нравится. Смотрите. Мне ничего не надо делать, никакой, в принципе, тактики, ничего не надо разрабатывать. Просто выставлять своих юнитов. Единственный, конечно, нюанс. Оу, 9 побед у меня. И что, и все на этом, что ли? А, нет, смотрите-ка. Лига 2, поздравляем. Хоу, и я получаю сундучок. Так, а здесь у нас... я на каком? Я на втором месте. Так, я не знаю, давайте, может быть, что-нибудь с вами заменим. Кого можно поставить, а, ребят? Так, если... блин, огнеметчик мне не нравится, честно сказать. Блин, есть, конечно, соблазн поставить снайпершу. Ну, почему бы и нет, да, в принципе-то? Она бомбит издалека, причем у нее довольно неплохой урон. Давайте-ка мы попробуем вот такую комбинацию. Посмотрим, что у нас из этого получится. Угу. Что-то как-то странно, да? На второй лиге и опять же слабенькие все эти юниты у них. Так, вот уже пошло. 10, 12 я вижу. Готовы, охламоны. Слушайте, а может быть я... так, подожди, побед 2... и все, что ли? А почему так... почему так жидко, я не понял, а, ребят? А, ё-моё, нас тут всего лишь трое. И я на первом месте. Вот оно что. То есть народ еще, так скажем, не прочухал, видимо. И нас всего трое в данный момент. Вот я разбираю все тех же, кто до этого был. Ну, у них, естественно, никаких шансов на победу нету и быть не может. А я всего лишь две победы могу сделать в данный момент. А для того, чтобы перейти на следующую лигу, да, мне нужно именно 9. То есть еще 6 чувачков нужно подождать, когда они прибудут. Но сколько это времени займет, я не знаю, ребята. Так, ну в данный момент в любом случае я на первом месте. У нас заканчивается лига через один день, 23 часа. И, по всей видимости, наверное, это будет как в Кэтсе. Пройдет время, и я уже автоматом перейду на третью лигу, если я буду находиться на первом месте. Мне почему-то кажется, что должно быть именно так. Все то же самое. По старой схеме мы их просто разбираем. Никаких препятствий вообще не видим. Да, ребята, выше головы нам не прыгнуть. Две победы, так они и будут у меня постоянно. И никто почему-то не приходит к нам. Жаль. Я бы, конечно, с удовольствием бы сейчас бы перешел бы на третью лигу. Может быть... а что смысл менять? Смысла нету, ребята, потому что здесь...
именно нужны игроки. Давайте посмотрим, что у нас здесь выпадет. Радио, так. Ну что же, неплохо. Плюс 3 к хпшкам. Какому-нибудь юниту я поставлю. А вот только какому? С деньгами у меня напряженка конкретная, ребят. Кого можно прокачать? Вот сейчас в данный момент вообще не знаю, если честно. Так, нет, тут все по максимуму у меня абсолютно. Может быть, шерифку? Сколько у нее надо будет? Так, давайте попробуем кровь. Так, плюс 3. Ну и пускай радио, фиксим. Ага. На один ап хватило. Ну, а здесь, как видите, ребята, уже не прокатит, потому что 461 голдишку нужно, а у меня всего лишь 21 осталось. Эх, жаль. А, нет, смотрите-ка, ребята, кто-то прибыл, по-моему, да, у нас? Есть, один чувачок пришел. Ну-ка, попробуем. Так, разбомбили. Вообще в хлам. Да, и еще одна победа у нас, ребята. Но народу, как мы видим, пока еще маловато. Придется нам подождать. Но, наверное, уже не в этой, ребята, серии, потому что... Сколько мне придется здесь ждать? Час, два, три для того, чтобы перейти на третью лигу. Я думаю, что нам проще сделать как? Остановиться. Потом пройдет какое-то определенное количество времени. Опять зайти в игру и посмотреть, что изменится. Так, всех этих говняков распинаем. Эй, вообще вата-ватый. Единственное, что нам дают монетки, ну, маловато их, конечно, будет. Очень мало. Так, три победы. Да, даже монеток уже не дают, просто три победы. И все. Так что список пока еще пустой, наполовину. Блин, когда же они откроют восьмой уровень, а, ребята? Я так хочу новую карту, новую локацию. Попроходить, повоевать там. Какие-то стратегии свои там придумывать. Ну-ка, не открыли? Нет, не открыли. До сих пор еще пусто. Хотя написано скоро, уже сколько? Наверное, полгода уже висит это все. Ну что же, ребята, давайте тогда сделаем, наверное, небольшой перерыв. Увидимся с вами чуть-чуть попозже. Может быть, что-то изменится и народ прибудет. И тогда мы с вами уже поиграем вовсю. Так что далеко не уходите. Ну что ж, дорогие мои друзья, как видите, я опять на коне. Народ у нас действительно прибыл. И мы сегодня будем переходить, наверное, с вами в следующую лигу. Так, первая победа за нами. У нас с вами очередной бой. Ёлки-палки, нифига себе. Я что-то забыл, что у нас пожарник взрывается. Так, тихо. Блин, вот этот вот чувак, который с молотом бежит, он довольно сильный. Так, шерифку снесли. Так, смотрите, уже три победы. Еще 6 буквально, и мы с вами перейдем. Так. Что-то слишком много ты взял стрелков на себя, браток. А это зря. Так. Ну, ребят, здесь, как вы видите, уровни пока слабенькие. Я вот не вижу таких довольно достойных. Смотрите, 11, 8, ну уже что-то. Но все равно слабые. Падают они. Так, ладно, уже 6 побед. Осталось всего 3. Черт подери, смотрите, не идут через огонь мои солдаты. Но все равно мы выигрываем здесь. И я буду приходить на ваши могилы. Конечно. Кто еще куда будет приходить? Кстати, ребят, смотрите-ка, еще одну победу, и мы должны, по идее, перейти на следующую лигу. Ну-ка, получится или нет? Так, и 9 побед. Ну? Чего такое? Вау, вот оно, ребята. Лига 3, поздравляем. И еще один сундук мы с вами зарабатываем. Так, на каком я вообще здесь месте нахожусь? Даже непонятно. Так, ну давайте посмотрим, что... О, ребят, смотрите, вот здесь уже будет все по-серьезному. Ёлки-палки, ты посмотри. Вот это жесть. Так, ладно. Здесь мы первую победу одержали. Но враги-то уже, посмотрите. Уровни какие. Так, здесь должны, в принципе,
порвать всех. Потому что маленький уровень. Так, отлично. Вторая победа за нами. Так, тут... Ну, тут уже такие серьезные идут ребята. Вы сами прекрасно видите, там 11-13 уровень. Так, отличненько. За нами третья победа. Оу, тихо, тихо, тихо. Ничего себе. Вот это был нежданчик, ребята. Так, а здесь их трое. Ну, снайперша, тебе кранты. Не пробила она моего юнита, поэтому и померла. Ты посмотри, блин, вот этот вот с молотом. Оу, тихо. Ты посмотри, не можем прострелить. Вот это попадус, ребята. Черт подери. Нифига, там еще чуваки в зомбарей превращаются потом, если долго ждать. Так, отлично. Ну, здесь порвали просто-напросто. Но, к сожалению, ребята, мы не получим с вами этих 9 побед, чтобы перейти на следующую лигу сразу же. Жаль, жаль, конечно. Так, у нас всего 5 побед. Да что такое-то? Во, давай, 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 ну. Снайперша, давай, бомби, блин. Черт подери. Дерьмо, а. Вы видели, да? Как неудачно все получилось. Да убей ты этого. Во, хорошо. Так, Кэпа тоже завалили. Ну что, 6 побед. Всего лишь 6 побед, ребята. 30 голды получили. Ну, на следующую лигу, естественно, мы с вами не попадаем. Но я уже на третьем месте, как мы видим. Угу. На первом месте у нас Mario GT81. Блин, что бы такое сделать? Как бы пробиться-то, а? Да что ж так... Воу! Фига, как меня тут лихо и быстро расколбасили. Так, давайте еще разок. Так, вот тут уже удачно получилось. Все, нормуль. А по-моему, у нас все это как бы повторяется, ребята, да? Так, порвали здесь. Просто единственное, что надо как-то подгадать это все дело. И тогда можно, в принципе, проходить спокойно. Воу-воу-воу-воу-воу, да-да-да, ребята. Такой уже момент был. Черт бы их побрал. Видимо, нужно что-то менять в моем составе, чтобы как-то поэффективнее можно было бы пройти это дело. Получи. Сдохла снайперша. Так, а здесь вот этот вот чувак самый опасный. Вот, видите, когда его подбивают, все совсем по-другому идет. Если вот с кувалдой чувачка убить. О, жетончик получили. Это я, значит, ребята, автоматически перехожу уже на вторую позицию. Должно быть так, по идее. Но мне это хочется быть топом. Не знаю. Ох, тихо, тихо, тихо. Да ё-моё, блин, подбивает. Ну давай, снайперша, бомби его. Ну! Отлично, успела все-таки. Вот, ребята, еще один жетончик мы получили. По идее, я должен быть уже на первом месте. Да, несмотря на то, что не сразу я, конечно, перейду на следующую лигу. Да ё-моё, ну! Да бей ты эту... А этого не добьем, ребята, не получится. Кэп слишком силен. Ну что же, как видите, у нас 6 побед. 2 жетона я получил. Может быть, поменять... Нет, ребята, я на втором месте почему-то. На кого тут можно поменять, а? Я даже не знаю. Ну, этих дураков... Блин, этот, в принципе, очень хорош. Он с одного удара может убить практически любого юнита с первого своего удара. Так, если огнеметчика... Не хочу я его, он у меня еще не прокачан, всего 4 уровня. Куда его брать нафиг? Из таких юнитов, ну, я не знаю, если против огнестрела брать строителя... Огнеметчик. Ну, попытаться, попытаться можно. Давайте посмотрим, что у нас получится именно вот с такой комбинацией. Ух ты, 13 уровня. О, ребята, ну это вообще говёно все. Как-то неудачно, честно говоря, я взял это все дело. Ну. Так, ну здесь более-менее. Здесь мы прошли. Слушайте, довольно неплохой режим вот этот вот новый, который они ввели, мне нравится.
Очень даже нравится. Так, победа за нами. Но жетончиков мы с вами не получим. Ай-яй-яй, как меня тут завалили, а? Всей массухой просто. Причем я заметил, тут стандартные такие комбинации, ребята. Не заметили? Оух, щет. Ха-ха, молодец, Соня. Умница, просто всех простреляла. Так, тут прошли. Так, один охламон, ну его-то мы быстренько расколбасили. Так, 4 победы всего. Блин, нехватка, нехватка, ребята. Снайперша, ну и что ты тут сделаешь? Ничего абсолютно. Ох ты, огнеметчик пошел. Воу, а вот это уже было жестоко. Блин, пожарник мой почему-то не дошел. Его расстрелял Кэп. К ядре не фени. Так, ну. Молодец. А тут кто кого? Да ладно тебе, ну как ты мог Соню мою подбить-то? Эй, Кэп! Фигня какая-то, елки-палки. Смотрите, отстреливается от зомбарей. Ну что же, ребят, давайте тогда сделаем так. Опять небольшой перерывчик. Уже встретимся с вами в новой серии. Когда я созрею для какой-нибудь хорошей комбинации, чтобы дать достойный им отпор. Так что далеко не уходите. Всем привет! Ну что, ребята, продолжаем играть в игру «Вперед на зомби-войну». Вот такая у меня комбинация. Я не знаю, правда, поможет ли мне здесь огнеметчик. Помог! Хе-хе, победа за нами. Так, ладно, давайте дальше смотреть. Разнесли тут пух и прах, блин. Ух, довольно неплохо у нас пока все идет. Но, честно говоря, огнеметчик меня немножко смущает. Он всего 4 уровня. Вау, да как так-то? Ё-моё, блин, он же у меня взрывается. Блин, и Сонька погибла. Ядрёна ты вож. Вот это нежданчик. Слушайте, может быть, ему не надо... Ну, гори, гори. Блин, он слишком слабый у меня. Он всего 4 уровня. Он не выдерживает натиска, ребята. Ай-яй-яй. Хотя жарит он довольно неплохо. Ух ты. Сонь, тебе сейчас повезло в данный момент, что ты не сделала еще шажок вперед. Ты посмотри, этот огнеметчик просто сжигает всех. Ай-яй-яй, ну расстреливай, ё-моё, ну, Соня. Кто быстрее? Пипец. У него, видите ли, там быстрее потух огонь, и Сонька могла пройти, а моя стояла, блин. Так, тут хорошо. Щет, ребят, ну опять этот огнеметчик меня подвел. Блин, всего 3 победы. Ну. Да. Жесть. Нет, видимо, нам придется с вами огнеметчика убирать. И менять. А вот на кого только пока ума не положу. Наверное, придется нам возвращать все-таки снайпершу. Как-то с ней было попродуктивнее. Здесь вообще, ну, ни туда, ни сюда. Не нравится мне, короче, вот эта моя... Как сказать? Постановка. Давайте-ка... А может быть вот сюда его поставить, а, ребят? Даже если он будет взрываться, предположим. Ну-ка давайте попробуем, сейчас посмотрим. В принципе, он должен сжечь сразу же начать, да? Ну-ка. Не успел ни хрена, блин. Так, пока хорошо. Ну ладно, первую победу мы одержали, понятно. Мы обычно вот на второй проигрываем. Ух, ну, блин, да что ты будешь делать? Я ж прям не могу, мне ж прям до трясучки. Ни хрена не успевает. Ай-яй-яй-яй-яй, ну здесь-то ладно, здесь мы выстоим. Ну, в принципе, из той комбинации также выстаивали. Тихо, лежать всем, зомбари, блин. Так, нет, все-таки я склоняюсь к тому, что огнеметчика нам придется поменять. Оу, в данный момент все мои сгорели. Причем от моего же юнита. Огнеметчик просто взорвался, и все сгорели. Зашибись. Да, мешается он мне. Вот лучше, мне кажется, все-таки взять снайпершу. Да ладно. Ну. Ох, Соня, молодец. Вытянула каточку. Так, и у нас до сих пор 3 победы. Да. Черт. Нет, тут понятное дело. Ну, сколько там еще нужно нам боев-то, блин?
Пошли, пошли, пошли. Пошли ее просто и пришли. Причем моментально. Но вот этого щитоносца я не хочу брать, ребят, потому что он слишком много стоит, дорого. И у меня выбор будет: 3 юнита или 4. Естественно, мне лучше 4. Не такой уж он и мощный, этот чувак с щитом. Если, например, до него добегает чувак с кувалдой, он практически сразу будет падать. Так, давайте нафиг менять. Не хочу, не хочу я этого огнеметчика у себя иметь в компании. Блин, я на 4-м месте к тому же. Фигня какая-то. Так, ну-ка, где у нас тут кто? Мне нужна именно снайперша. Я сейчас хочу ее поставить. Так, давайте мы поставим ее сюда. А Сонни, наверное, повыше. Понимаете, нам нужно сделать так, чтобы... Вот если они будут стрелять, например, и он упадет, сразу прошьют всю мою команду. Так вот, может быть, сделать. В шахматном порядке. Так вот, давайте так сделаем. Посмотрим. Мне нужно всего, ребята, 3 победы одержать, и тогда я стану топом. Так, здесь. Ай-яй-яй. Давай. Ну, снайперша, молодец, умничка. Видите, ребята, вот что значит снайперша. Вытянули здесь, так. Ну. Ах, щет. Дерьмо, блин. Вот дерьмище, а. Блин, все время вот на второй катке начинаем с вами заваливать. Так, ну здесь-то должны пройти. Ну. Да ладно, блин. Отлично. Я уже думал, сейчас как выстрелит пару раз, и все. И снайпер шахана. Так. Ага. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Да бей. Отлично. О, ребята, вот и жетончик. Отличненько, все великолепно. Так, еще 2 жетона, и мы с вами на первом месте должны быть. Ну. Отлично, Сонька поработала. Все шикарно. Здесь мы забомбили. Эй, сразу сгорел. Хе-хе-хе. Еще жетончик. Да, есть. Ну. Давай-давай, опа, молодец. Пинец. Распинали всех. Так, ребят, если мы с вами на первом месте, нам потом придется какое-то время подождать. И если мы сохраним это первое место, то мы автоматически перейдем на следующую лигу. Но пока что-то не айс. Пока неудачно все. Так, ну, давай. Да, нет, нифига, ребят. Не вышло здесь, к сожалению. 2 победы. Ну-ка, посмотрим. Прошли мы с вами или не прошли? О, да, ребята, я на первом месте. Ну, а на этой ноте я, пожалуй, буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся с вами в следующих новых видосиках. А на этом все. Всем пока и до скорого. Качайтесь и развивайтесь. Удачи вам, ребята.